Мы сегодня в отеле «Риу Дубай». Это четырехзвездочная гостиница. Находится она на искусственных островах Дейр, около побережья Дубая. Стандартный номер отеля у нас, и он идет с прямым видом на море. Номера в отеле достаточно простые, минималистичные. Мебель, собственно, похожа на всю мебель в остальных отелях сети «Риу». Но отель отличный, он очень приятный по качеству, по расположению. В номерах хороший набор для чая, кофе. Мини-бар также входит в концепцию. Отель работает по системе круглосуточной, все включено. Есть мини-бар, он также укомплектован и регулярно пополняется. Отель строился в 2020 году. Он представляет собой большое 10-этажное здание. Есть несколько лифтов, поэтому долго их ждать не приходится. Площадь номеров 30 квадратных метров. Здесь с удобством может разместиться и двое взрослых, и двое детей. Wi-Fi на всей территории присутствует. В номерах он также есть, бесплатный и достаточно хорошо работает. Также в номерах либо одна двуспальная кровать, либо две одноместные. Шкаф большой, вместительный, очень просторный. Практически во всех номерах есть и гладильная доска с утюгом, и масса места, где можно развесить одежду. Полочек, кстати, в шкафу немного. Ванная с душевой, есть две раковины. Душевая с диспенсером. И наборы косметики для отдыхающих. Также есть зубные щетки. Увеличительное зеркало есть, что удобно для макияжа. И удобство. Самое крутое в этом номере – это вид на море и на пляж отеля. Тут видны бассейны и сама панорама острова. Просто загляденье. Дорогие зрители, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Нам это очень важно, и мы это очень ценим. А также пишите комментарии, как вам отель. И дальше пойдем посмотрим территорию. Здесь есть бассейны. Есть бассейн с очень плавным входом, что удобно для детей. Взрослым это тоже удобно, потому что можно полежать на мелководье. В жару бассейны охлаждаются, ну а соответственно зимой подогреваются. Пляж у отеля большой, лежаков и мест хватает всем. Очень приятный песок, он достаточно белый. И широкая пляжная полоса. Сейчас подойдем потихонечку поближе к воде. И поближе посмотрим на именно вход в воду. Тут песок с мелким-мелким вкраплением ракушечника. То есть заходить комфортно, приятно. Некоторые говорят, что летом немного заиливается, но мы такого не заметили. И переходим плавно к столовой. Столовая здесь тоже достаточно стандартная, есть все необходимое, народу много, отель очень популярный, хороший выбор мороженого, мороженое очень вкусное, есть всякие топпинги, которыми можно посыпать свой десерт. Вкусняшки. Много различных десертов. Десерты достаточно простые, но приготовлено все вкусно. Тут есть и пирожные, и тортики.
И продолжение десертов. Их достаточно много. Можно подобрать на любой вкус. В отеле подается много разных видов мяса, делают шаурму. Все очень свежее. К мясу всегда стоят различные соусы, так что блюдо можно разнообразить максимально. И вот такие классные блестящие чаны с горячими блюдами. Ресторан здесь очень аккуратный, все чисто. В принципе, находиться тут одно удовольствие. Работники регулярно пополняют блюда, которые заканчиваются. Вот тут как раз жарят мясо, кебабы, ребрышки. Посмотрим поближе стоечку с сырами. Сыров хороший выбор, есть также благородные сыры, довольно хороший выбор фруктов и хлеба. И различные холодные закуски. И наша любимая часть, где различные готовятся овощи. Ну и также фри и пиццуньки. И, конечно же, на десерт фруктовый стол.